Всем привет! Вы на канале Рецепт Корь, и в этом видео я хочу приготовить смузи с огурца и апельсина. Этим рецептом поделилась со мной одна моя знакомая с Марокко, и мне понравилось это смузи, поэтому я хочу вам показать этот рецепт. Для одной порции такого смузи нам понадобится 2 апельсина и 130 грамм огурца. Также хочу вам напомнить, что количество всех ингредиентов вы можете найти внизу в описании. Первым делом нам нужно с апельсина выжать сок. Я разрезаю апельсин пополам и выжимаю сок с апельсина. Конечно, для этого смузи можно взять хороший покупной сок. Теперь огурец мне нужно очистить от кожуры. Нарезаю кружочками огурец в блендер. И сюда же отправляю сок апельсина. У меня получилось 200 грамм сока. Все взбиваю, и все, сок готовый. Если у вас апельсин не сильно сладкий, то добавьте сахара. Этот смузи лучше пить холодным, он получился очень вкусный, освежающий, охлаждающий. Как раз для такой жары он подойдет просто идеально. Попробуйте приготовить такой рецепт и напишите в комментарии, понравился ли вам такой смузи. А также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Всем пока!